И теперь э, надо еще добавить кирпичик с расчетом э, толщины шва. Так, ну и эту стенку соответственно тоже можете сдвинуть. А можете оставить на месте. А здесь еще одну стенку добавить. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч. Э, я печник-блогер. Разработчик реактивной тяги каминах и мангалах под названием ⁇ Двойной зуб ⁇ Друзья, ни для кого не секрет, я свою технологию выложил в виде 3D-проектов. То есть что это такое? Это пошаговые инструкции, порядовки с пояснительными записками. В общем, вся технология рассчитана на то, чтобы любой человек своими собственными руками смог собрать такую сложную конструкцию. То есть проект для новичка, для самостоятельной сборки. И у меня очень часто, э, вернее мне очень часто задают вопросы, как же добавить стол или мне нужен проект э, 3.20, расстояние у меня залито, или там 3.80, у меня базовая конструкция 3.5 метра. И все эти изменения могут сделать, ну, вы можете сделать самостоятельно то есть э, подогнать под свой размер за счет длины стола. И вот в этом видеоролике я на примере проекта Белореченский, мангал с печью под казан и стол, покажу вам, как же вы сможете сделать это самостоятельно. То есть для этого изменять проект не надо, не требуется. Если вы хотите проект по своим индивидуальным размерам, то это уже совсем другая история, друзья. Проект готовый, базовый, стоит э, сейчас 4000 рублей. Мангал с печью под казан и столом. Если по свои размеры вы хотите барбекю комплекс, то эта цена уже в десятки раз дороже, друзья. И по времени изготовления проекта под ваши размеры у меня уходит, лично у меня, около двух месяцев. Потому что я собираю настоящий барбекю комплекс, учитываю все нюансы и все детали, делаю точную копию готового барбекю комплекса, друзья. И также рассчитываю и раскладываю всю пошаговую инструкцию, чтобы человек сам мог это все собрать. И давайте приступим к видеоролику. Я покажу вам на примере первого ряда, как же сделать стол длиннее или короче, то есть подогнать барбекю комплекс под свои собственные размеры. Поехали. И я вниз экранчика смещаю, чтобы открыть поле да, программы SketchUp. Так, и давайте приступим сразу. Здесь вот у меня открыт проект. Это вот проект, который вы получаете на свою электронную почту или порядовку там на WhatsApp получаете. Здесь вы увидите дымоход. Это идет труба из нержавейки от печки в дымоход мангала. Ну, во втором зубе вот так вот он вы, выглядит вырез. То есть труба тоже вся настоящая. И здесь, видите, я также пояснил, что надо здесь делать И размеры. Ну, размеры, друзья, это в проекте. У вас они могут отличаться буквально там на несколько сантиметров. Все это связано из-за разницы толщины шва. У каждого мастера, у каждого человека своя толщина шва. У меня, допустим, там 7-8 миллиметров. У вас может быть 5-7 миллиметров. Из-за этого и будет небольшое расхождение в размерах с проектом. Это не, ничего страшного. То есть на работу конструкции это никак не отразится. Здесь у меня, вот вы видите, карта значит, базальтовых листов. То есть куда их надо правильно устанавливать. Ну, это вот так вот надо смотреть. Вот. Это вот фасад портала. Здесь печка под казан. Ну и вот, собственно говоря, сам наш проектик вы видите здесь опалубка опалубку одной тоже можете сделать и на, и на дровник и на сам мангал то есть одинаковых размеров чтобы меньше портить материалов ну и чтобы меньше материалов потом оставалось здесь ну обзор сделаю да небольшой все мои конструкции друзья кирпич вытащил. Все мои конструкции с двойным моим фирменным зубом. Вот он, вот здесь. Вы видите его. Так, лампочка. Сразу предупреждаю: говорю, что лампочка не сгорает, с ней ничего не происходит. Ну, если она только не перегорит. А так, у меня вот лично два года за два года она даже не перегорала. Что я же там не пользуюсь круглосуточно этим мангалом. Включил, выключил даже не закоптилась так все друзья я закрыл все ряды открываем первый ряд это на примере мангала с печью под казан печка с правой стороны значит смотрите размер снимаю три с половиной метра у нас длина готового проекта Белореченский, да, проект Белореченский. Здесь вы видите уже с учетом толщины швов. То есть идет у меня, смотрите, значит, сам кирпич 25 сантиметров и швы по сантиметру. То есть все прям как в настоящей конструкции. Если у вас будут швы по 8 мм или по 7, соответственно у вас немножко изменится размер. Это не страшно, друзья. Главное в порядовке соблюдать именно раскладку кирпичей. Значит, при раскладке первого ряда, что я рекомендую сделать? У вас, допустим, есть возможность добавить немножко кирпичей. Здесь у вас стол идет. Здесь у вас печка идет. Если у вас 4 метра, к примеру, да, длина, то что надо сделать? Вот так вот вы берете вот этот кирпич. Разворачиваете его. Вот так. Сюда вы положите потом вот такую вот половиночку. Вот. А этот кирпичик вы докладываете еще. Ну, давайте вот так вот сделаю. И теперь э, надо еще добавить кирпичик с расчетом э, толщины шва. Добавили. И добавляем вот сюда кирпичик поворачиваем смотрим что у нас получается у нас получается 4 метра 2 сантиметра ну в принципе то что вот и надо было до да, расложили до 4 метров ну 2 сантиметра понятно что вы можете чуть-чуть швами сыграть тем более если 1 сантиметр шов толщина шва то представьте, на 10 кирпичей эта толщина может значит, растянуться на 10 сантиметров. То есть, если вы сделаете по 8 миллиметров толщину шва, то за 10 кирпичей вы как раз 2 сантиметра этих и догоните, сравняете в 4 метра. Ну, а теперь сюда поворачиваете кирпич. Толщину швов обязательно вы должны учитывать, друзья, потому что все каменщики, все печники профессионалы раскладывают сначала на сухую, обязательно учитывают толщину шва. Это неизбежно. Иначе вы просто попадете потом на то, что у вас не стыкуется в конце кладки, не получается перевязка. В общем, половинка начинает гулять. Поэтому с самого начала вы должны всю разметку, раскладку сделать на сухую. Значит, единственное, теперь видите, у вас фундамент надо будет тоже заливать с учетом размеров барбекю комплекса. Ну, чаще всего, кто хочет под свои размеры сделать барбекю, у них уже, они мне говорят, у нас залита плита такого-то размера. Поэтому вот, вот так раскладывайте. Если, друзья, ну, поняли вы, да, принцип. Потом второй ряд вы также раскладываете. Здесь, видите, идет вот так. Здесь уже проще сделать второй ряд. Советую вам, знаете, как раскладывать несколько рядов на сухую. Допустим, даже может быть ряда 4 разложить барбекю комплекс на сухую, без раствора. Установить сюда зольную э, дверку. Поддувальная дверка устанавливается в короб из нержавейки. Рассчитывайте также на толщину базальта, потому что ее тоже надо обязательно оборачивать в базальт. Ну и, друзья, я думаю, вы поняли принцип, как это все вы можете сделать самостоятельно. Также, если вам надо добавить э, мойку самуда, то же самое здесь вы делаете. Раскладывайте просто первый ряд с учетом толщины швов. Сколько вам надо добавить? Так, ну и эту стенку, соответственно, тоже можете сдвинуть. А можете оставить на месте. А здесь еще одну стенку добавить. Вот, к примеру, эту оставили. А сюда вот так добавили. Или наоборот, вот сюда добавили стенку. Ну, то есть, все зависит от той длины, которую вы хотите. Если вы наоборот хотите все уменьшить. Тогда вам надо будет также при раскладке первого ряда все это учитывать. Допустим, вам надо уменьшить на целый кирпич. Вот, то вот, значит вам надо вот так будет сделать эту раскладку барбекю комплекса. Вот, будет меньше. Ну и соответственно там последующие ряды тоже вы будете уменьшать. Здесь у вас будет вот такая вот э, конструкция по порядовке не будет совпадать. Да вы берете вот этот кирпич и вот так вот разворачиваете сюда. И все. Третий ряд э, вот этого уже не будете собирать. Четвертый ряд опять этот кирпич э, вот так разворачиваете. И так далее. То есть на самом деле ничего сложного нету. Когда вы все это подумаете сначала, э, разложите на сухую, все будет выкладываться, складываться дальше в конструкции. Здесь вы можете половинки положить в этот проемчик. Ну тогда учитывайте, что он уменьшится у вас в размерах. Э, проемчик получается всего вот. 14 сантиметров, что вы сюда только руку засунете. Поэтому здесь, скорее всего, обрамление вам не надо будет делать. А вот такую вот нишу оставите. Здесь тоже можно будет полочки устроить, дверку поставить. Ну, будет она без обрамления. Если у вас 4,5 метра расстояние, то понятно, что вы просто берете вот этот кирпич. И добавляете еще и у вас получается тогда, что у вас получается 3,53. Ну как я говорил, что эти все размеры до да, 3 сантиметра вы можете подогнать за счет толщины швов. То есть швы у вас в проекте здесь сантиметровые. Вам буквально на 1 миллиметр сделать швы короче. И у вас все получится, все войдет. 4,5 метра. Даже ну, вот давайте посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 сантиметров на швы, друзья. Представляете, это больше пол кирпича. Если вы неправильно разложите конструкцию без швов, без учета толщины швов, то вы можете ошибиться на, ну, на 10 сантиметров даже на пол кирпича. Поэтому еще раз говорю, ребята, раскладывайте все на сухую с учетом толщины швов и перевязку. Разложили 3-4 ряда, можете разложить на сухую. Все проверяете, рулеточкой, все посмотрели. Шовчики у вас те, которые вы любите э, использовать, да, которые вам нравятся в конструкции. И дальше разбираете, первый ряд оставляете угловые кирпичи отчерчиваете карандашиком на бетоне. Можете устраивать гидроизоляцию, но если вы хотите гидроизоляцию использовать, то вам надо ее сразу размотать, расстелить. И на ней уже делать раскладку. Чтобы потом не, не убирать все ряды и опять не делать все по новой. Но я советую вам использовать силиконовую жидкую изоляцию. То есть намазывайте, как она, ну как грунтовка получается. Потом при высыхании она превращается в такую тонкую пленочку. Во-первых, у вас не будет конденсат собираться под рубероидом. Да? Вот э, будет прилипаемость, да, склеиваемость хорошая барбекю комплекса с основанием, с фундаментом. Ну и в то же время будет гидроизоляция. Ну а если вы не хотите, можно ее не делать. Это сейчас не так. В принципе, и важно, как раньше. Раньше внедряли этот рубероид, и всех заставляли по снипам использовать рубероид, этот толь, и все. Несмотря на то, что это является сильнейшим пароизолятором. То есть между рубероидом и бетоном остаются микрополости для воздуха, в которых собирается конденсат. Конденсат разрушает и рубероид, и бетон. Ну и это тоже не везде, друзья жидкая гидроизоляция, она исключает вот эти воздушные полости, то есть полностью приклеивается, воздушной прослойки там нет, и влажность уже не выходит в эту сторону, а уходит туда, где есть выход, ну то есть движение влажности. Это по гидроизоляции. Но остальное, еще раз повторяю, положили рубероид или гидроизоляцию намазали, Разметили все, карандашиком отчертили, углы завели, зачалили, как говорится. Да, леску натянули. Ну или кто-то там шнур использует. Я лично леской пользуюсь 0,5. Я пользуюсь леской, чтобы она не провисала сильно и в то же время имела свою натяжку. Леску натянули, уровень отбили, можете гидроуровень использовать, можете лазерный уровень или обычный пузырьковый уровень. По леске посмотрели, главное, чтобы у вас в одной горизонтальной плоскости кирпичи были, не вот так вот, а в одной. И смотрите диагонали, чтобы у вас получился ровный прямоугольник, не ромб, вот так вот, чтобы не были углы, а четко. Все это разметили и приступаете к сборке. Все, ребята, вот такая вот у меня небольшая видеолекция. Значит, проекты все находятся на моем сайте ру Вы можете пройти, приобрести, оплачиваете. Ну, все как обычно код там показываете, да, этот проект придет вам на почту, указывайте правильно свой адрес почты. И также у вас он остается на сайте, где вы сможете его скачать в любое время. Ну и также можете писать на мой WhatsApp, номер телефона 8903 466 22 29. Это мой личный номер, все к нему привязано, друзья. И еще также не забываем, если вдруг YouTube заблокирует, то я есть на всех остальных соцсетях. Дзен, Рутуб, там что у нас еще? Вконтакте, в Одноклассниках, Япи. Я в общем, медиаплей, там везде я есть, короче. Все, все зарегистрировано именно пламя Борсу коллег. Так что вы меня всегда сможете найти. Я с вами на этом прощаюсь, желаю успешной сборки барбекю вашей мечты и до новых встреч на моем канале ⁇ Пламя ⁇ Всем пока!